Депутат городского округа Щелково Павел Жуков проголосовал на участке номер 4147, который располагается в школе номер 17 микрорайона Богородский. Политик считает, что каждому человеку необходимо выразить свою гражданскую позицию и отдать голос за кандидатов в Мособлдуму и Госдуму. Пришел исполнить свой гражданский долг, потому что следующие 5 лет очень важны. И мы сегодня действительно должны сегодня и завтра выбрать достойных кандидатов, которые будут представлять Государственную Думу, Московскую областную думу. От этого зависит, как будет развиваться Россия, как будет развиваться наш регион, наш муниципалитет в том числе, потому что очень важно, кто будет представлять именно наш муниципалитет, наши избирательные округа. Проголосовать может любой житель, достигший 18-летнего возраста. Для этого ему нужно обязательно взять с собой паспорт и документы регистрации, ну и, конечно, хорошее настроение. В школе номер 17 расположено сразу несколько избирательных участков, где голосуют как жители Богородского, так и Финского микрорайонов. На участках строго соблюдаются все необходимые санитарные нормы. На входе стоит антисептик и подготовлены средства индивидуальной защиты для избирателей. Соблюдается дистанция в 1,5 метра. Граждане, пришедшие проголосовать, убеждены, это действительно важно сделать каждому. Ну, я думаю, всем надо делать, потому что это важно, все равно, как без этого. В этом году выборы проходят в течение 3 дней – 17, 18 и 19 сентября. В городском округе Щелково работает 123 избирательных участка с 8 утра и до 8 вечера. Все желающие могут выразить свою гражданскую позицию, прийти на свой участок и проголосовать за кандидатов в депутаты Московской областной думы и Государственной думы. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.